Здравствуйте, дорогие мои зрители, подписчики, гости моего канала. Сегодня я вам показываю обзор и уже большую часть отшитой работы новой, которую вы еще не видели на ютубе. Этих открыточек я не видела. Это открытка для вышивания от фирмы MP Studio. Вот с таким прекрасным, милым, нежным зайкой. «Люблю тебя», пишет зайка. Артикул HB556. В набор входит все необходимое для вышивки. Нитки мулине гамма, канва Аида 14 розового цвета, схема цветная, игла, заготовочка для открытки. Еще в набор входит вот такая простая обычная инструкция, но здесь все швы и плюс оформление работы в открыточку. Здесь используется выкладная нить вместо бэкстича. Давайте по ниточкам. Ниточки я все перемотала, хранила в такой мультифорочке. Эти бобинки для меня, они одноразовые, то есть я вышила, если бобинка освободилась, я выкидываю ее. Зато это удобно для меня, и мне так понятнее, проще работать. Заготовочка для открытки. Это вот такой паспортом белого цвета, очень удачно вырезано, сделано по образу подобию, обведя. И это паспортом. Мы уже с детьми на уроках ИЗО по шаблонам рисовали открытки с дорисовкой. Получилось тоже достаточно интересно. В общем, я себе оставила шаблон от этой открыточки еще один, дабы оформлять еще другие открытки. Ну, может быть, пасхальные к 8 марта или какие-то еще. Схема. Секунду. Схема находится у меня на такой планшетке. Полностью схему не буду показывать, особенно покажу ключ. Вообще, первый раз вижу вот такую таблицу. Здесь швы. Смотрите, например, я взяла цвет. Мне нужно вот этот цвет вышить с буковкой H. Да? Он есть. А звездочка. Это значит, что мне надо сблендовать нитку номер 1 две штуки и нитку номер 6 одну. В основном здесь все вышивается в три нити. Кстати, на Аиде в три нити практически полностью вышивку я вообще первый раз увидела, но получается достаточно плотная зашивка. Вот только вот здесь полукрест вышивается в две нити. Ну и здесь выкладная нить будет. И посмотрите, здесь интересно то, что ушки, ну, хвостик это бэк, а весь контур это выкладная нить. Тюльпан и надпись «Люблю тебя». Посмотрите по схеме. Здесь используются в две нити, а это одна. То есть вот так интересно проработал дизайнер этой фирмы схему. Что получится совсем в итоге, я вам покажу вместе еще с одной уже оформленной открыточкой вышитой. Ну, а давайте посмотрим на мой результат на данный момент, что же у меня уже есть. Получился у меня вот такой уже достаточно узнаваемый зверечек. Это вот полукрест я еще не зашила полным крестом. Лапка. Здесь лапка, которая будет мелок держать. Ну вот, собственно, остался у меня вот этот вот участок. Ну и мелочи. Тюльпанчик, надпись, выкладная нить, бэкстич. Вот так выглядит. И шью, вышиваю я эту работу без разметки. Ну, собственно, понятное дело, что размечать здесь особо нечего. Ну, посмотрите, какая достаточно плотная зашивка. Мне понравилась. И еще очень удобно вышивать. Почему? Смотрите, если мы глянем, вот такие горизонтальные столбики одного цвета. Вот, вот. То есть, ну, одиночек вообще нет. То есть какие-то цветовые пятна, участки какие-то, которыми очень
легко и хорошо вышивать. Мне понравилось. Ну, возможно, я еще возьму открытку от этой фирмы. Загадывать пока не буду, потому как решила немножко с покупками подождать. Достаточно много запасов у меня накопилось. Ну вот на данный момент это все. С удовольствием покажу вам оформленную и вышитую открыточку с замечательным зайкой, который пишет «Люблю тебя». Ну а вам спасибо, до свидания и до новых встреч!